В 9-й серии сериала «Знахарь» Павел проводит день с соседним мальчиком Тёмкой, приемным сыном бывшей девушки Алексея Насти. Артём стал инвалидом 2 года назад в результате несчастного случая. Время, проведенное с ребенком, поднимает волну вопросов к прошлому Павла, а поцелуй Андреева с Татьяной все только усложняет. После того, как Марина обнаружила тело гвоздя, она узнает от патологоанатома, что мертвого бандита когда-то спас таинственный хирург, и выходит на подельника гвоздя Кваса. Однако разговорить Кваса оказывается не так просто. Тем временем халатность Стрельникова становится фатальной для его пациента. Смотреть очередную серию вы сможете 30 сентября.